За столом детского дома сегодня обсуждение предстоящего празднования дня рождения. На днях Кате исполнилось 14 лет. Собирается пригласить любимую сестренку и самых дорогих друзей. В этот день обязательно загадает желание. Для меня счастье – это пойти в семью. Детский дом сестры Кати и Даши попали около года назад. Оказавшись без родителей, стали самыми близкими друг другу людьми. Каждая старается найти себя в этой жизни. Кате, например, нравится заниматься физкультурой. Постоянный посетитель тренажерного зала. Мечтает достичь спортивных высот. Катя очень активная. Она не раз защищала честь детского дома в различных спортивных состязаниях, занимала призовые места. Также в творческом конкурсе готовилась с нашим руководителем творческой студии. И заняла тоже призовое место. В общем, Катя занимает такую социально активную позицию в жизни. И чем-то, если увлечется, то она доводит свое дело до конца. Даше всего 8 лет. Активный ребенок всегда найдет себе занятие по душе. Старается также подражать старшей Кате во всем. Ну что сказать про Дашу? Когда они приехали с Катей к нам, они так настороженно относились ко всему. И не хотели ни заниматься ничем, не хотели где-то участвовать, и вообще к нам ко всем настороженно. Но сейчас мы каждое утро приходим на работу, и ребята в это время уходят в школу. И Дарья нас обязательно всех обнимет. В детском доме девочки стали хозяюшками. Всегда приберут за собой, помогут воспитателям. В комнате каждый также всегда полный порядок. Воспитатели уверены, будут помощницами в любой семье. Кате и Даше нужны родители. Те, кого они могли бы назвать мамой и папой. Те, которые подарили бы любовь, поддержку и понимание, так необходимые каждому ребенку. Чтобы узнать больше информации о девочках, можно позвонить по телефону в Кургане 25 53 34. Юлия Пастухова, Илья Урванцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».